Обоев, фрески, мозаика, штукатурка. Настенных покрытий сегодня столько, что сделать окончательный выбор в пользу чего-то конкретного просто невероятно сложно. Однако, если говорить об эксклюзивности и модных тенденциях, дизайнеры советуют обратить взгляд в сторону декоративной штукатурки. Люди не знают, что декоративное покрытие – это не только грубая штукатурка. Это может быть очень нежным покрытием, которое будет давать ощущение, что у вас стены просто в шелках, бархат. Можно даже создавать эффект парчи. Имитация грубой стены или кирпича для стиля лофт, или нежные, элегантные фактуры, которые переливаются на свету. Малейшие оттенки цветов, которые заказчик может выбрать по своему пожеланию. Все это про декоративную штукатурку. А еще огромный плюс декоративных покрытий, что даже если это покрытие есть такое же у соседа, то даже один и тот же мастер, он нанесет его по-разному. Цвет будет индивидуальный, то есть это, по сути, эксклюзив. Никаких стыков, швов – еще одно достоинство штукатурки, не говоря уж о долговечности и надежности такого покрытия. Существует огромный выбор покрытий, как гладких, так и фактурных, с помощью которых можно создать разные эффекты. То есть это может быть эффект шелка, бархата, кожи, а даже крокодиловой кожи. Еще один способ сделать интерьер неповторимым – добавить фреску. С ее помощью даже маленькая квартира станет просторнее, ярче. Фрески тоже бывают с разными эффектами, то есть именно покрытие. Также вот фреска с эффектом состаривания, трещины, кракелюр. То есть трещины тоже могут быть разные. Трещины с золотом, с серебром, просто белые. Сделать яркий акцент, добавить необычный декоративный элемент. Для этих целей дизайнеры советуют присмотреться к мозаикам. Мозаика, ее можно использовать, конечно же, как в санузлах, а особенно в сочетании с, ну, с обычной плиткой. Также мозаику на фартуке берут, это пристенок на кухне. Тоже очень красивые эффекты получаются. Наполнить дом красотой и гармонией. На самом деле, сегодня это просто. Фрески издавна украшали храмы, соборы, средневековые замки. Минуло много лет, но популярность настенных рисунков до сих пор высока. Правда, в отличие от средних веков, создаются они намного быстрее – около недели. Частично фреска рисуется художником, а частично изготавливается на станке. Мастера нарисуют все, что угодно душе заказчика. Наиболее популярный у благовещенцев вариант – это изображение ночного мегаполиса. Также горожане отдают предпочтение цветочным мотивам. Розы, тюльпаны и лотосы будут хорошо смотреться в спальне. В гостиной дизайнеры предлагают в качестве фрески пейзажи старых европейских городов, натюрморты, изображения диких животных. Хорошо фрески будут смотреться и в детской. У них очень хорошее практичное покрытие для детских комнат. Можно смело размещать такую фреску и не бояться, если ребенок проявит свою творческую фантазию, захочет нарисовать красками либо фломастером. Через любое время можно спокойно это все убрать. Специалисты создают эффект трещин, которые заполняются золотыми или серебряными блестками. Бывают и бисерные фактуры. Стоимость фрески зависит от самой фактуры. Есть более гладкие фактуры, у них более, допустим, низкая цена. А фактуры, идут, которые подороже, это идут с различными добавлениями блесточек, серебра и золота. Она, естественно, идет, почему она дороже, она сложнее в изготовлении. В любом случае, какую бы фреску вы ни выбрали, она украсит вашу квартиру и подчеркнет вашу индивидуальность. Смотрите сюжеты на сайте novostroy2x2.su. Спонсор программы – торгово-ремонтная компания «VIP-декор». Ремонт от начала и до конца. Дизайн-проект, декоративные покрытия. Мы наполним ваш дом красотой и гармонией. Адрес: Ленина, 42, цокольный этаж. Телефон 592240. Спонсор программы – дизайн-студия Дарьи Саяпиной. Улица Горького, 300, офис 33. Телефон 8-914-388-69-19.